Далее щелка. Ух ты, вот это гол! Ничего себе! И это никто иной, как Андрей Ширяев. Чуть ли не первым касанием, я тебе сказал, вот, не знаю. Ширяев появился уж точно, вот только-только на площадке. А было ли у него до этого касание, я вот, честно говоря, не знаю, но так или иначе, Аскелос забивает, и забивает это именно Андрей Ширяев. Это символично, конечно, и причем забивает это красиво, с передачи Лещенко. Ширяев именно бил поворотом Петросян. Сколько же моментов уже у Русича, когда просто мяч... Надо хотя бы створ послать, но этого Русичу сделать не удается. 1-0, Аскела выходит вперед. Великолепный, великолепный гол, на самом деле, забил сейчас Ширяев.